На конкурс дети читают стихи. Тихонова Валерия, 13 лет, город Сургут. Стихотворение Юлии Друниной «На носилках». На носилках, около сарая, на краю отбитого села, санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18 — это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыханье дыма, вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурив, пытаясь на ходу. Подожди, его жена, немножко, в 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».